сегодняшний день в посуде из алюминия встречаются три типа изготовления алюминия. Это штампованный алюминий, это литоалюминий и кованый алюминий. Вот сейчас мы с вами попробуем разобраться, что такое штампованный алюминий. То есть кладут лист, как лист бумаги, лист из алюминия, и прессом из этого листа выбивается форма сковородки, кастрюли, ковша и так далее. Штамповка на сегодняшний день – это самый популярный тип изготовления посуды из алюминия. Кроме того, это на сегодняшний день самая дешевая по производству, доступная по цене посуда. При этом она довольно-таки не тяжелая посуда.